Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Предприниматели продолжают устраивать пикеты у здания правительства. Накануне с одиночным пикетом вышел кировчанин Сергей Постников. Он потребовал разрешить работать малому бизнесу. «Людям нечего есть», написано на его плакате, с которым Постников стоял у здания правительства. По его подсчетам, в Кирове в сферах общепита индустрии красоты не работают около 4-5 тысяч человек. Общепиту отказывают в господдержке, заявляя, что он работает на доставку и самовывоза, значит, получает прибыль. К пикетчику подходила министр экономразвития Наталья Кряжева. Она пообещала встретиться с предпринимателями, которые испытывают проблемы с выплатами сотрудникам. Программа «Экономика». Тем временем сотрудникам МЦ-5 задолжали 20 миллионов по зарплате. Пожаловались на долги за март в прокуратуру работники мебельной компании. Проверка показала, что не заплатили своевременно более чем 1000 сотрудников. Гендиректору было направлено представление, заведено административное дело. После этого задолженность полностью погашена, сообщает прокуратура Кировской области. Экономика на 101 FM. В Кирове дорожает вторичное жилье. В первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 прирост цен составил почти 2,5%. К апрелю стоимость квадрата в новостройках составила 45 200 рублей, на вторичном рынке жилья 44 200. Почти во всех регионах Приволжского округа в начале года цены поднялись, и самое большое повышение в Кировской области, а также в Пензенской, Нижегородской и Ульяновской. Подешевело жилье в Чувашии на 1,5% в новостройках и на 4% на вторичном рынке. Самое дорогое жилье сейчас в Татарстане – 70 тысяч за квадрат. Самая низкая стоимость в Оренбурге и в Мариэл – 40 тысяч. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 73,43, а евро стоит 79,44. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.